Hi guys, welcome back to Junris Vlog Reaction. For this video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia. Привет and спасибо to our Russian friends. How are you all guys? I hope you're doing well and amazing. And the title of this video that we need to do some reaction for today is ABC News. They cut us off and they burned out themselves comments of the foreigners about Russia. Oh my god. And credit to the owner also with the video, of course, our favorite content creator all the way from Russia. Tablet for memory, I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to Russian videos or any tablet memories videos that you can suggest, drop it in the comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video request. So let's get to it, guys. Enjoy! Oh my god, I'm so excited with this. Wow, thank you so much for this. Здравствуйте, дорогие друзья, и произошло что-то катастрофическое. Американские СМИ просто в ужасе. Смотрите до конца, я когда первый раз увидел, просто катался от смеха. Смотрим. Разборки в открытом море между российским кораблем и американским ракетоносцем в Филиппинском море. Вы сейчас видите русский корабль, который приближается опасно близко к кораблю Соединенных Штатов Америки, который как раз готовился к посадке вертолета на его палубу. Посмотрите на эту фотографию. Она показывает, как два корабля находятся на курсе столкновения. Американский корабль предпринял срочные действия для того, чтобы отменить посадку вертолета и быстро изменить направление движения корабля. Американские официальные лица назвали маневры российского корабля небезопасными и непрофессиональными. Главный корреспондент канала ABC Марта Радец сейчас расскажет, что она увидела. Сегодня на Филиппинском море могла случиться просто катастрофа. Вот этот корабль, который вы видите, согласно 7-му флоту Америки, это российский эсминец, который очень опасно приблизился к американскому кораблю. Оба корабля были вооружены ракетами и огромными мощнейшими пушками. Really? И они приблизились друг к другу от 50 до 150 футов. Так близко, что американцы могли видеть, как русские моряки, вероятно, загорали на палубе. Согласно американским директивам, американский корабль должен был держаться прямого курса, а вертолет должен был приземлиться на палубу корабля. И вот в это самое время российский эсминец, адмирал Виноградов, который плыл за нашим кораблем, появился из ниоткуда. Наши официальные лица во флоте заявляют, что со стороны русских это было безответственно и безрассудно. Потому что российский корабль фактически заставил наш отправить куда подальше свой вертолет и изменить курс на полной скорости. Их поведение было очень небезопасным и непрофессиональным. Между нашими и их военными будет серьезный разговор. Но русские говорят, что этот инцидент произошел из-за американцев, которые изменили курс без предупреждения и заставили их совершать срочные маневры. Здесь точно вина на русских лежит. По морским дорожным правилам сказано, что в этом случае как раз правильно все делал американский корабль, а российский неправильно. Мы все время наблюдаем, как российские корабли и самолеты совершают ужасающие опасные действия прямо рядом с американскими кораблями. Вот, например, в Балтийском море. Но почему на этот раз российский корабль подплыл так близко к американскому военному кораблю? Вот это у нас вызывает озадаченность. И Марта к нам присоединяется сейчас прямо. Марта, как ты сказала, было уже много таких агрессивных моментов между российской и американской армиями. И как ты думаешь, что за этим стоит? Ну, вы знаете, вот то, что произошло, это действительно похоже на домогательство. А возможно, это был сигнал о том, что Россия поддерживает Китай, поскольку американский корабль проходил рядом с теми островами, на которые претендует Китай, который находится в Китайском море. Поэтому это было очень безответственно, что могло привести к несчастным случаям. Вы знаете, что мне кажется безответственным? Когда вот человека с таким рылом берут работать ведущий на телевидении. Ну, хотя бы на радио, что ли. Ладно, переходим к комментариям иностранцев под этим видео. Именно с канала NBC News. Первый комментарий. Они там загорали. На военном корабле. Давно так сильно не смеялся. Следующий комментарий. А я вот ожидал видео с видеорегистратора с русского корабля. Следующий комментарий. Я не думаю, что Россия что-то делает по ошибке. Просто так говорю. Смотрите,
какой подозрительный мужчинка. Следующий комментарий. Сейчас происходит холодный старт Третьей мировой войне, а я тут сижу и смеюсь из-за тех чуваков, которые просто там спокойненько себе загорали. Следующий комментарий. Так много воды, и все равно в ней не хватает для всех места. Следующий комментарий. Даже на воде русские ужасные водители. Следующий комментарий. А через неделю мы узнаем, что русский корабль подплыл так близко просто для того, чтобы хакнуть безопасность корабля. Ну или чей-то аккаунт. Следующий комментарий. Ой, да это так же драматично, как взрыв попкорна. Следующий комментарий. Просто оставлю это здесь. Правило 15. А здесь человек целое правило из морского кодекса к этой ситуации выписал. И в конце комментария написано: американский корабль абсолютно очевидно нарушил правило номер 15. Пересек курс российскому кораблю. Подождите, то есть получается, они сами накосячили, сами обосрались и сами сняли об этом сюжет. Ну а мы посмеялись. Спасибо им за это. Следующий комментарий. Русские моряки загорают? Ух ты. Следующий комментарий. Могу поспорить, что два капитана просто разменивали водку на Доритос. Я серьезно, не шучу. Русские обожают Доритос. Друзья, если кто-то знает, что такое Доритос, напишите в комментариях. Следующий комментарий. Капитан спрашивает, что там происходит, товарищ? Матрос отвечает, мы с Иваном просто тут расслаблялись, загорали, и внезапно они появились. Да, наверное, все так было. А мы переходим к следующему видео. Очень смешное видео о том, как наша полиция арестовывает спящего злоумышленника. Полиция, вставай. Вставай, полиция. Поднимайся. 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 Быстро. Фамилия, имя, отчество твое. Не, ну взяли, даже не дали сон досмотреть, а вдруг ему снилось о том, как он стал богатым законным путем, а? Переходим к комментариям. Первый комментарий. Это так мило, что они так вежливо его разбудили. А вот моя мама надирает мне зад и льет мне на голову воду, чтобы разбудить. Дружище, я думаю, тот мужик все равно поменялся бы с тобой местами. Следующий комментарий. Американская полиция застрелила бы его сразу за то, что он агрессивно присел. Мужик спит, полиция, просыпайся, это полиция. Мужик думает, я продолжу спать, и они меня не заберут. Следующий комментарий. Происходит полицейский рейд, но там спали дети, вдруг в другой комнате, поэтому копы арестовали его тихонечко. Следующий комментарий. Шведская полиция сделала бы еще лучше. Они бы предложили ему кофе. Следующий комментарий. Еще 5 минуток, офицеры. А ну ладно, Иван. Но потом мы точно поведем тебя в ГУЛАГ. Следующий комментарий. Лол, он думал, что это ему приснилось. И он проснулся в кошмарном сне. И последний комментарий. Ну а теперь угадайте, как бы подобное произошло в Соединенных Штатах. Да, вы правы, они бы застрелили и детей тоже. Ладно, друзья. И это такое юмористическое видео подходит к концу. Надеюсь, вам было весело. Хочу сказать, что недавно кто-то поддержал канал на 50 рублей и вот прислал вот с таким вот сообщением. Здравствуйте, я представитель казино, интересует прирол, построл там и так далее. Вот наш адрес электронной почты и так далее и тому подобное. Дорогой представитель казино, я уже несколько раз об этом говорил. Может, вы невнимательно смотрите мои видео, я не рекламирую казино на этом канале. Не рекламирую. Идите на те каналы, которые рекламируют. Таких тьма. Там и не такое говно отрекламируют. А у нас не будет рекламы казино. А за 50 рублей спасибо большое. Кто-то поддержал канал с сообщением, я артист больших и малых академических театров, а фамилия моя слишком известная, чтобы ее называть. Также хочу поблагодарить за поддержку Александра. Хочу передать привет группе ВК «Трезвый попугай» и Сергею Крашеру. Также несколько человек поддержали без сообщения и на мою новую карточку Сбербанк. Ребята, пока я не могу читать ваши сообщения, оповещения, наверное, в следующий раз я увижу, кто меня поддерживал, и обязательно вас поблагодарю. И на сегодня это все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Дальше будет еще интереснее. Oh my god, this is an hilarious news and also comments with the foreigners. As always, I'm enjoying like reading the comments of the foreigners with regards to what are like especially foreigners' comments on Russian and seeing with this one, those Navy, they're just like sunbathing. It's just so funny, of course. And then it's like you can see on the video, not like just threaten. The Americans saw the Russian Navy sails and then they just, I think, maybe afraid. And it was something like that. Oh, I don't know what happened in that thing, but it's just like, it's so funny watching with that one. I enjoyed watching with this video because it's something like if somebody see like the Russian army or Russian navy or Russian helicopter or whatever it is, and then people or other somewhat like threaten or they just like
they were shocked if they were saw something about Russian and tanks, and this is so amazing, and this is how like powerful Russian is. Oh my god, this is an amazing video as always of Tablet for Memory. I'm enjoying with this, it's so funny, it's reality also. Oh my god, fantastic, and I enjoyed it so much. I hope guys you enjoyed watching with this one, and if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video Tablet for Memory, I'll put on the description box below. If you like this video guys, same as I did, just give a massive thumbs up, like and share, and subscribe also with my channel. This is Junris Blagadag React saying samples to pass it guys. If you want to connect, my social media account is in here. If you want to connect, my second channel is on the description box below. Thank you so much, Prevet and Spasiba to our Russian friends. Have a good day everyone, bye bye, mabuhay po tayong lahat, God bless po. We'll be right back.